Друзья, всем привет! Сейчас заканчивается Великий пост, и к нам на склад пришла кошка. И попросилась к нам. Была она с огромным-огромным животом. Попросилась к нам, потому что, наверное, ей нужно было место, где можно родить котят. И вот мы ей не отказали и приняли ее у себя. Иди сюда, кс-кс-кс-кс-кс. На складе. Ну, сформировали место, как могли. Вот ей организовали еду, питье. У нее тут, конечно, полный фарш, если можно сказать. И вот она родила 5 маленьких котяток. Вот они. Они родились буквально, ну, 2 или 3 назад. Она их вылезла, и они уже вот обсохли. Мы смогли ей тут заменить подложку на пеленку. И у нас появились вот такие красивые 5 котят. Друзья, а ситуация эта повторилась, потому что ровно 5 лет назад, тоже перед Пасхой, прямо в конце поста, пришла к нам кошка. Тоже на работу и тоже родила котят. Но мы тогда не знали, что нужно снимать ролики, делиться с вами информацией. У меня не было YouTube-канала, не было такого огромного количества подписчиков, как сейчас. Ой, котеночка чуть не вытащила. Не было такого количества, как сейчас, подписчиков. Поправишь? Не переживай, не переживай, кися. Поэтому мы позволили кошке родить своих котят, выходить, выкормить. И мы их отдали во двор к Настиному отцу. Кошку и котят. Ну, а как вы знаете, что коты приживаются везде. И там они с огромным удовольствием прижились, подросли и, ну, разбрелись кто куда. Так бывает в городской среде. Коты уходят, находят новые теплые места, места пропитания, потому что жили во дворе. Ну, а Ялта большая, не без добрых людей. И кормушек для котов настроено очень много. Поэтому... Смотрите, как малыши туда ползут к мамке. А она, друзья, вон не знает, что ей делать. То ли кушать в первую очередь, то ли малышей кормить. Они вообще еще слепые. Слепые совершенно. Вон глазки у них какие. Кошка добрая. Позволила нам тут у нее порядки в домике навести. Создать ей этот домик. Переложить туда котяток. Ну прям чудно. Потому что, друзья, наверное, она чувствует, что у нас, ей и самое главное, ее потомству комфортно и безопасно. У нас на складе тепло, светло, еды полно. Ну, конечно же, мы территорию немножко оградили, чтобы она нигде не полезла хозяйничать, а то мы их потом не достанем. Вон они, лапку держат, смотрите как, чтобы, не дай бог, на какого-нибудь своего малыша не опереться. Да, материнская работа сложная, надо всему научиться, все уметь. Ай, красота! Вот в таком полном объеме. Смотрите, смотрите, какие у нас котятки. Кися легла. Класс! Друзья, нам счастье привалило в 5-кратном размере. Такие хорошие. Вот хвостик у нас тут. Такие коготочки. Одна милота. Смотрите, как она их нежно. Как она их нежно. Держи фонарик. Держит, обнимает. Ну, вы знаете, обнимать одного ребенка — это одно. А 5, смотрите, в охапку их держит наша кися. Ой, я как малое дитё тут прям уже растаял. Едва сдерживаю эмоции. Класс. Вижу, у нас там есть мальчик, вот пока успел разглядеть. Ну, мы тут особо котят не трогали. Вот. А, это пуповина. Там у нас пуповина.
Значит, может быть и не мальчик. А ну, рыжего тоже еще он пуповина. Ну, конечно, они совсем маленькие. Вон, лапкой своей она, смотрите, друзья, как нежно берет. Так что имейте в виду, друзья, кто захочет взять эту пятерню или кого-то из этой пятерни, когда они подрастут, забивайте места. У нас уже мы проект один и не один уже осуществили. Вот, передали, если помните, спасенного котенка в Севастополе на новогоднюю ночь. Передали в Екатеринбург к Лейле, и он там уже неплохо устроился. Ну, а эта пятерня, я надеюсь, все будет хорошо. Все они подрастут, все будут большими домашними котами. Вон, смотрите, какие мордашечки. Я не знаю, чтобы мамочку тут сильно не тревожить. Да, смотрите, какие киси. И вы знаете, они, ну, не знаю, сантиметров по 8. Брюхо у нее было огромное. Я думал, она такого же размера, как сама, съела арбуз или мяч. А оказалось, она принесла малышей. Таких уже больших, вот видите, сразу они уже полностью тут мяукают, пищат, замолчали. Ой, мамочка, мамочка, лижет деток, лижет своих маленьких. Картина красивая. Смотрите, какая она, вот судя по всему, это счастливая мамочка. Она так и лапки, коготочки сжимает. Я пришел, поднялся на склад и смотрю, она сразу не выходит. Слышу много разных голосов. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Конечно же, я понял, тут счастье привалило. И да, кися вышла, встретила меня и ведет. Иди, мол, посмотри, мои котята. Ну и все, мы тут ей быстренько организовали праздничный стол, банку молока, вкуснейший корм, воды. Все сделали вот в лучшем виде. Положили пока впитывающие пеленки, ну мало ли, чтобы поддерживать чистоту и порядок. Все-таки кошки чистолюбивые, чистоплотные животные. Поэтому им нужно жить в чистоте и порядочке. Ой, какие малепуськи. Да, ну покажи, покажи нам все. Смотрите, они разноцветные, рыжие какие-то. Ну еще, конечно, розоватые там просвечивается у некоторых. Кожа под шерсточкой. Ой, какая мамочка у нас. Все в охапку. Самое интересное, друзья, это в охапку, знаете, держат малышей. Ой, всем должно быть тепло, всем должно достаться молока. О, зазывает. Гости будут, да? Конечно, будут гости. Красавица приводит себя. Нет, друзья, вот намывается, чтобы в кадре выглядеть лучше. Смотрите, да, сразу приводит себя марафет. Поняла, что тут все внимание, конечно. Хорошая мать должна и выглядеть на 5. Да, 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 ты и так красивая, ты и так у нас замечательно, раз пришла к нам и принесла здесь потомство своих маленьких, сладеньких котяток. Смотрите, еще серенький взъерошен. Смотрите, какая шерстка, еще кое-где слипшаяся, еще не везде распушилась, но уже, друзья, это представляете, полноценные маленькие котята. Ой, желаю вам счастливо вырасти в наших добрых руках. Так что, друзья, поддерживайте нас своими подписками, лайками и комментариями. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей. Пока-пока. Да красивое, красивое все. Ой, всех надо. Вот, смотрите, приводит в порядок своих котяток, чтобы они выглядели очень красивыми. Наша кися просто великолепна. Я очень рад.